Ты гангстер и под хаус бит, совсем не свербит, наоборот, качать свистит, как чайник мой гул уша. Ну, кстати, Алексей, наверное, поставил троих на Б-план, потому что на пистолетке надо ставить троих, наверное. Ну, да, есть такая, ситуация. Одна аэростановка есть такая, да, что три Б играют. Ну, укрепление Б, укрепление А могут но, быть. Но Алексей не угадал, и это идет фулл пуш. Инсайдер, смотри, встречает. Бля, не залетает. Бля, если бы инсайдер забрал хотя бы одного. Пиздец, смотри, смотри, смотри. Алексей в челке против Арины. Ай-яй-яй, просто убивает. Заколол ее в титьке. Тут можно, кстати, найти еще пару фрагов. Алексей Гузлик делает. Алексей Гузлик, блядь, говорю. Алексей Гузлик, бля, новая коллаборация, бля. Бля, как же Алексей живет в этих песках. Пчелкин это... живет вообще! Это пиздец, вы посмотрите на пчелки, что он делает. Ой, понял! Бля, ну и все, нахуй, досмотрите. Не хватило. Бля, ебать Алексей живучий, бля, шершень. Молодец, бля, Алексей достойно, он реально заебнулся. Хоть он сказал, что он понизился на третий уровень, наоборот, бля, хотя у него ролл-то восьмой. Но он реально заимпровился. Он молодец. Тратишь время, играя в КС, и ничего за это не получаешь? Хватит это терпеть! Заходи на MyTime и зарабатывай дорогие скины, играя в турнирах, миксах, тренируясь на ДМ. А если хочешь передохнуть от КС, залетай в мини-игры и там сражайся за дорогие скины. Все просто. Зарегался, сыграл, получил крутой скин. MyTime. Твое время пришло. Халявные скины по коду ИС. Смотри, очень медленный раунд начинает играть, а вот Алексей Пчелкин, блядь, занимает ковры прям внутри, блядь. Ты на банане, СПТ. Сейчас накоцан, хорошо, Лерон. Найс, блядь. И Пчелкин боевал, ебет. А что это за фриз? Смотри. Ждем, не путь. Инсайдер на релоуде, блядь. Якадзе, блядь. Вот Алексей Пчелкин выходит в бок. Мне хлопа нужна. Паша, у Якадзе своя методика, она играет с Бизоном, с посвольным гранатометом, блядь. У нее есть огненный патрон. Сейчас сыграем. Они на КТ могут уйти, Дима. Я прикол. Картинка, я короче, знаю. Не это. Сейчас, Тань, погоди. Свернись. Да, какой да, нахуй огненный патрон или... помогает. Ну и у него молик есть. Или остаться. Консоль не вылазит. Ты очень долго разгадал этот ребус здесь. О, блядь. Алексей Пчелкин нахуйнули, блядь. Катюха, рекомендует патрон, у него, правда, мало патронов, у него всего лишь 100-107 с хуем. Все, ебут ее, блядь, черешню нахуй, себе в пизду. Ну, тут, видимо, не прошла информация, то что... А почему СПТ в небо смотрит? Слав, слышишь? Паузу просит, да просто... Просто пауза, да. Парень, выставить знак паузы. А что случилось с ней? У меня игра зафризилась. А, понял, брат. Я давай, заходи. Реконнектился потом. Нихуя вы мужики собрали, слышишь? Алексей, бля, жил пиздец там. Салам алейкум, передай Алексею. О, у меня МКС теперь. Вообще, в первом раунде по лютому, бля, выживал просто. Оу, ееее. Бля, ебать, ты же спидбоксишь, а я пролеты делаю, ебать, у нас просто пиздец, можем это, Винстрайк, там Дримхак хостит, нехуй делать. Дядь, я ебнутые пролеты делаю. А ты киршифт? Да, конечно. а чё у меня... А чё у меня пролет не делается за террористов? Только за контрол делаются. А где реконет? Туда же, да, конец чувствуется. Жесткие пролеты, пацаны. Этот студия аналитики больших яиц, нахуй, смотрите. Это не Бен. Блять, я ни одной стены не задел, просто ни одной, блять. Бля, пиздец, в пол провалился. Ну, аккуратненько. Надо плавно так двигать, чтобы пролеты смотрелись, как будто ты профессиональный шоу матч. Смотрите. Да. Как будто это квадрокоптер, ёбнутый. Как будто стабилизатор, смотри. Должен быть молотов. Да, тут главное знать готов. Уровни. А я, да, все напомню, есть. По умолчанию я на Б иду. А, сейчас ты идешь на Б, мы просто оператор Бустеренко, говорим, идти на Б или нет. То есть окей, ты такой, все, давай, каждый раунд слушай, ты, я понял. Да, ты игрок, который перемещается между плотами. Все, реди все, да? Бегаешь по вот этой вот половине, понял? Между плотами. Ты игрок? Ты игрок, который перемещается по плотам. Люркер. Говорит, приходи. Совершенно верно. Очень правильно. Попал в цель. Объяснил. Объяснил, кто такой люркер. Это человек, который передвигается по плантам за КТ. Люркер, ребята, да, это который первый выходит. Так, а что у нас? Это, все совершенно верно пошел. Подожди, не, чуть осталось. Купи эмку. Все, полетели. Да, погнали. Так, все, погнали, начинается. Третий раунд, ребята. Я молик кинул. Слава гол турнир по КС 1.6. Ну, да, можно шоу-матч сделать. Турнир, это, конечно, я думаю, душновато будет, а шоу-матч можно ебануть. Можно позвать старичков, там, Досю, Старикса, всех. Те, кто играли, реально может быть интересно очень.
Если у меня такие ёбнутые пролеты, я понимаю, что я могу хостить следующий твой турик. То есть, по сути, если, брат, с Ютубом у нас не попрет, нахуй, об сервером пойдем, да? Да-да-да. Мы будем вместе с твоим пролетом. Ты понял, ты будешь пролет, я буду битбокси, бля. Смотри, хаешь, как музыка залетает лютая. После дыма. Вообще лютейшая, бля. Просто порог у двери взъебал, нахуй. Сейчас что-то будет, смотри. Инсайдер, хорошая позиция, бля, возможно. Посмотрим, как он ее реализует. Лером барон будет. О, пчелка получил поебалу. Слушай. Лером барон, классный выход. Инсайдер даже не успел пострелять. Боёл, двоих! Yeah. На Б забирает, Б сейчас должно быть клир, лобузлик затерялся чуть-чуть. Виноградники, блядь. Ой-ой-ой. В два смычка ебут, просто кисками задавили фруктоскин и кадзе Алексея Пчелкина. Мне казалось, что... Смотри. Ой-ой-ой, а чё ж не зарезал-то, блядь? Мог зарезать просто, блядь, показать свою доминацию, блядь. Я понимаю. Блядь, девчонки-то молодцы, и слушай. Давай девчонкам зайдём, послушаем, как у них морали, блядь. Давай. У Арины пошла игра? Попробуй, мало ли. Ну хер, тут у всех особо еще не пошла, блин. Инсайдер просто ёбнул. Инсайдер ёбнул, блин. И ставь, сейчас покажу. Ставь. Бомжики, меня слышно? Умнички. Страшно. У, бля. Не слышно, бля, я проверял, нахуй. На честность, блядь. По-моему, он всегда на Б играет. Может быть, они уже привыкли? А, на каком-то дроп? Да, скорее всего, точно. Я играю. Пацаны, в этой игре я никакого пранка делать не буду. Это финальная игра, пусть играют, как играют. Да, тут уже это нужно прям, это чтобы игра была максимально... Тут уже как бы решается просто, да-да-да, тут уже решается просто судьба, либо... Я тебя убил в псах, не помнишь? Либо то, либо никаких не то, никаких посторонних, так сказать, только 5 старичков и 5 женщин, девушек. Молодых, красивых. Ой, из какой пик от Якадзе, бля, смотрите, СПТ, даже никнейм зачитал, ой-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 
Яка для пика лютый, блядь. И стоять просто в самых неожиданных местах на планете. Ну это реально неожиданно, согласись, то есть это поражает, да? Если бы она еще умела стрелять, блядь, ну хотя бы знал, какую клавишу, блядь. А тут сейчас лоргузлик. Ой-ой-ой, какой пиздоза, блядь, я только что увидел, блядь, бедные мои глаза, у меня так зрение хуёвое. Хорошо, Лерон Барон. Но не читает инсайдера, Ванька, Ванька хуй зачитаешь. Это Ванёк все рынки читает, бля, криптовалют, нахуй. Какой прицел, конечно, у инсайдера, это просто невероятно. Я каждый раз захожу и удивляюсь. Это значит, это какая-то разработка сколковская. А Лера-то смог знает, охуеть! Какой? Лерка все знает, все смоки, бля, понимаешь? Ты посмотри, какая упала, это на малые пески, блядь. Да-да-да, я понимаю. Смотри. Блядь, сейчас может пизда получиться. Ебать, оно еще стрейфом вылетает, блядь! Блядь! Ну еще бы стрелять уметь! Это не гузлик. О, умеет стрелять, блядь! Паленый. Один гузлик. Гузлик паленый, слышишь, Али? Гузлик с Алиэкспресс, блядь. Смотри, а тут поджим, блядь, тут. А тут это можно прочитать! А инсайдер на перезарядке! Инсайдер в этот момент отъебан был, ребят, это пизда полная. Все, ситуация, конечно, у лорда гузлика патовая. Патовая, прикольное слово, коллега. Ставить надо. Вы молодец. Коллега, можно вас вроде как ебать после? Да, конечно, можно, коллега. Давайте так и сделаем. Я подъеду за вами. Так. Мне за вами заехать, коллега? Чтобы меня в жестко в рот долбили. Да-да-да, я не против. Чтобы за мной карета приехала, блядь. Ну, коллега, мне жестко сейчас хочется пернуть. Коллега, как поступить в этой ситуации? Помогите, пожалуйста. Лоргузлик. Я считаю... Ой, блядь, ты посмотри. Я считаю, что в данной ситуации, если ебашит, то ебашит, нахуй. Смотри, смотри. Он единицу, интересно, чекнет? М похуй. Бля, охуеть! Слушай, коллега, ситуация патовая, блядь. Ситуация абсолютно патовая, коллега, ситуация патока. Знаешь, что такое казалось патока, блядь? Бы, есть, блядь, свет в конце туннеля после первого фрага, но... Ах, коллега, как же вы красиво литературными оборотами, блядь, пользуетесь. Бля, Фруктоска-то молодец, нахуй. Ванёк-то её, слышь, поднатаскал не только, блядь, так сказать, в том контексте, о котором вы подумали, блядь, коллеги. Сижей, он там не поднатаскал до сих пор, блядь. Ну, когда-нибудь поднатаскает хотя бы. Ну, когда у них был... Все мы когда-то спать ложимся. Да, когда-то у него был йога-челлендж, тогда он был отличный хаяк. Отъебывает Ринян. Тут у нас Яйкадзе. Убегает, ее прям погоня за Яйкадзе. А там стена под Б. Смотри, тут Байо подошла, бля, бычара нахуй. Ну все, Байо минус 3, минус 4. Эйс, Байо, эйс! Но, к сожалению... Фруктоска закрысила, блядь. Фруктоска съела нахуй. Да что-то общее у них есть. Что-то общее у них есть, это я согласен. Пацаны, по составам шоу-матча, типа старые составы Нави и так далее, у меня запланировано уже расписание на лето. Это будет все очень глобально, крупно. Я все за ночь, заранее, за месяц вы все увидите. То есть, типа, такие шоу-матчи прям крупные я не буду в интернете делать.
Ты же дефолтная раскидочка на Б. Ой, как слышал, Арине залетело. Два яблочка, бля, Антоновка сорт, ёпта. И все, пизда и нахуй. Сады придони, ёбнутые, нахуй, прилетели. Сады Коллега, бля, у меня юморизм, бля. Ой, слышишь, Юля залетает. Я юморист. На 19 хп. Голд, он your рист. Юморист. Юморист. Забавно, они еще так... Ебать, Алерон Барон, считай, нахуй, слышь? Почему? Она просто на модельке наводится сквозь, блядь, это, третий раз, блядь. То есть ты еще реально коллега заподозришь? Ситуация падловая, да? Я, это Эйлен тот самый на турнире Зевса, нахуй, у неё софт мышь. Ситуация падловая. Ну, падловая ситуация. Я тоже. Такой молик залетел, фишечный, блядь, слышишь? Там инсайдер. Охуел, Алерон Барон... Ой, фруктоска, точнее, фруктоска, прошу прощения, блядь. За мою комментаторскую профессиональную опечатку, блядь. Охуярили инсайдера к себе в два стола. И Паша, Рики Ди остается 1-4, ситуация, блядь. Дикат за пик. Так, Рики Ди, предлагаем рекламу. Опа. Залетел предложение, но последовал отказ, к сожалению. Да. ТВП, блядь, к сожалению, процент не устроил. Как тебе ВП экзоскелет, блядь? Это как в Крайзисе, помнишь, блядь? Да. Мне он что-то напоминает Гунгнир. А мне экзоскелет напоминает, если углубляться, блядь, так сказать, в Скотта Ридли, блядь. Ну или в Ридли Скотта, блядь, хуй знает, как там правильно, блядь, в душе не ебу, блядь. Вот помнишь Чужой, вот этот, Прометей фильм? Не смотрел. Вот у них в подземелье такой интерьер был, нахуй. Смотри, слышишь, форс бай, интересный, взлетает по шок. Накидал чуть-чуть подавляющего огонь, суеты навел конкретно, блядь. Прошу обратить внимание на оружие. На оружие и позицию лорда Гузлика, прошу. Ребята, Алексей занял сквертующую киску, блядь, и прямо сейчас будет, блядь, встречать оппонентов по НБ. Ну, Алексей, лорд Гузлик, блядь. Тоже перепутал. Гузликс. А им сейчас такая пизда, блядь, я очень сильно не завидую сейчас вот этим троим игрокам. Ребят, давайте посмотрим, давайте поддержим Димана, блядь, помогите ему произвести подавляющий огонь. Пострелять надо! Пацаны, надо время помочь, пострелять. Пацаны. Так, это первая жертва. Лерон Барон. Ебать, блядь. Он предлагает хуярить. Диман все еще не слез с фонтана, он просто хуярит, блядь. Но Фруктоска заходит в спину, блядь. Как чисто... же много Фруктоска делает в этой игре, да и вообще во всех других. Смотри. Он успел перезарядиться. Флешка, блядь, пиздец. Ой, блядь. Постреляй, а можно, блядь, можно, можно, может, может, можно. Можно найти! Блядь. К сожалению. Соси, блядь. Соси. Слушай, молодец, за атаку 5. Это на самом деле хорошо. Бывает уже достаточно, понял, чтобы за КТ. Тут непонятно, как за КТ у них игра пойдет. То есть, согласись, у них может быть тоже проблема, если они пятером пацаны старики будут рашить. Хотя старики рашить обычно холдом играют, блядь. Через шифт, так сказать, ползают, блядь. Но если они будут рашить, им тоже будет тяжело принять плент. Там, извини, там уже не все бегать могут, блядь. А уже, блядь, все. Ой, там... ой, блядь, вскрытие произошло, девчонок просто сиськами по вискам нас. И опять один лорд Гузлик, ребят, остается, блядь. Его выкуривает с Б точки. Тут есть у нас аринян с ВП, но они отходят очень сего, играют еще никому не отирал менеджера, ебаный чизкейк. Они идут на А. Они очень сего играют, согласитесь, но аринян осталось, смотри, аринян осталось, ждет просто. Бля, у меня наушник сломался, нахуй. Ничего не слышу, но я уверен, там пиздец полный, бля. Сейчас мой коллега там выдает такие, бля, речевые обороты. О, я здесь. Кто мой коллега, не понял. А у меня наушник нахуй отрубился. Ага. Минус звук, сейчас сделаю. Сори. Спасибо большое за друг. А что такое, Ринка расплакалась? Слышно так, парни, скажите? Слышно, я вижу, блядь. Вижу. А, игры не слышно. Ебаный, блядь, пармезан, нахуй. Ебаный осьминог, блядь. Игры не слышно? Сейчас, подожди, это у меня. Как так можно делать? Я забыл. Если игру не слышно... Прошу прощения, все сделал уже, брат, все сделал. Мы уже в эфире, коллега. Ситуация патовая достаточно была, но вы с ней справились. А тут минус. Позиция. Рекламное предложение прошло, нахуй. Аринян залетает на Б-точку. Есть он с СПТ на единичке. О! Первый кил, тут второй кил от СПТ! СПТ застроился, сделал 90 и... СПТ сел в бассейн, сейчас будет делать печенье, блядь. Так сказать, с хайграунда нахуярил, блядь, девицам. Девицам. Ой-ой-ой. И остался одна Екатерина. Я тогда сейвлю, говорит Екатерина.
И видит три бандика. Это большая ошибка, дамы и господа. Никогда не свапайте оружие, бля. С этой ошибкой сталкиваются не только новички, но и профессионалы этой прекрасной киберспортивной дисциплине. Не надо, Арина словила небольшого тильта сегодня. Ой, никогда блядь. Не поддавайтесь, блядь, тильтовому настроению, блядь. Всегда будьте на позитиве, всегда будьте на подъеме, всегда стойте на Эвересте. Бля, дядь, это вообще какая-то ёбнутая, это какое... Аффирмация, или как это называется, когда ты прям убеждаешься в том, что ты... Охуенно классный. Лё, вы слышите? Я дала это. Да. Тебе, блядь. Типа я не классный, блядь? Я пока нет, постою. Наоборот. Воду. Бля, есть каналы просто на ютубе, которые типа голосом говорят, типа, ты великолепен. И то есть ты знаешь такой? Я их смотрел, помню. Ладно, шучу, не, я просто мотивацию смотрел. Как это называется? Аффирмация? Не помню. Вот такой умный. Ой, какой же... Какой же... Две пчелки. Быстрый, резкий, раш от Паши реки, иди, он собрался свести, ой, еще будет дуэлька, ой, Алексей, пчелки, прососала Юлечка у нас, отсусала, бля, то бишь, ебаная пчела, последовало это высказывание. Давненько мы не навещали старичков. Слушай, называется полюция, сказали. Не, полюция, это другое. А у тебя была какая-нибудь ночная полюция, бля, у меня никогда не было. Не, у меня не было. Блять, наконец-то мы встретились, брат, коллега, блядь. Ситуация патовая, блядь. У всех была полюция, все говорят, что у всех была полюция. У меня не было полюции никогда. Потому что я все время дрочу, я все время переснов спускаю с яичек к сперму, блядь, смегму. Я, наверное, начинаю с 15-го года. Нет, с 15 лет. С 15 лет. Не, даже раньше, наверное, где-то. С 13, с 14 я наяриваю свой пенсил, блядь, ежедневно, блядь. Библия. Естественно, лишний сперма у меня вообще не Библия содержится ярко. В яичках, в яичных мешочках, бля. Сейчас Лёром Барон будет набревать инсайдера. Как же хорошо у неё залетает по головам очи. Она очень ласково, бля, ласкает макушки, блядь. В этом плане у неё прям хорошо все. Очень приятно наблюдать за их игрой, хорошие, хорошо передвигаются. Ну же, Алексей Пчёлкин может на тайминг смотри, сыграть. Смотри, сейчас СПТ может убить играть на тайминг. Убить Лёром Барон и убить Микадзе. И всё. Это раунд. Это раунд с стариками, от которых хуй чё ждёшь, блядь. Алексей очень вовремя из гнезда вылез. Алексей, да, я хорошо из улья вылетел, ебало в жопу, блядь. Старикам, давай зовем старичкам, реально, давно мы там не были, да, давно мы не были в лавке, блядь, хотел пивной. Предложить. Старичков, блядь. Послушаем, что у них там вообще происходит. Кому скинуть? Мы как... Скинул АВП скинул. Кстати, на Твиче, слушай, на Твиче до сих пор сохраняется онлайн, онлайн у Resident Evil нового. Охуеть. 200 тысяч. Все, мы, дамы и господа, сейчас в доме престарелых. Мы в доме престарелых пришли навестить наших старичков, послушаем, что они говорят. Давайте просто на секундочку завалим ебало и послушаем. Нихуя! Нихуя, дамы и господа, нихуя они не говорят. Нихуя, коллега и дамы и господа, они не говорят, блядь, эти ебаные, блядь, пожилые мои устрицы, блядь. Алексей просто молча сделал, блядь. Алексей молча выполняет свою работу, знаешь, Алексей не распыляется. Рикиди говорит там. Он пчела, блядь. Прикольная шутка. Но пчел тоже распыляется. Ах ты, блядь, тогда не прикольно. Если бы он был осой, тогда это уже другое дело. Ну ладно, да. Ждите. Я могу оттянуться. Согласен. Не надо, Лёх? Алексей, Дмитрий сказал, что может оттянуться, но оттянуться он последний раз мог лет 10 назад. Возможно. Оттянуться он уже давным-давно не может, блядь. Я с гробов чекну сейчас. Диман, судя по всему, на кладбище. Диман говорит, что он сейчас чекает с гробов, это страшно звучит из уст Димана, блядь. Дым кинули. Ты какой пиксель он выцеливает с эмки, интересно, получится ли у него что-то. Ух, нихуя себе, какая накидочка. Какой молик залетел, прикольный. Хуйня полная, стубишь. Ой-ой-ой, реакция. О, попал в гранату, блядь, слышь? В гранату попал патронами. Норгузлик? Да-да-да. Да-да-да, у нас тут огонь. Вся херня. У нас тут огонь. Хуй, у нас тут огонь. Получается, тут полнейший KFC Fried Chicken KFC, baby. Baby, он спа, KFC, fuck, yeah. Да, ты, наверное, не видел этот видос. Я не видел, я вообще не понимаю, о чем ты. Мой коллега долбоеб, ситуация патовая произошла. Да, охуенно видос. Я не понимаю своего коллега, ребята. KFC, baby, fuck, yeah. Baby, он спа, fuck, yeah. Ой, блядь, как же Лером Барон играет, как же она, блядь, управляет этой игрой. Она манипулирует. Ой, время, бро. Пизда, бро. Это как в фильме с Тимберлейком, бро. Время нет, бро. Хорош. А, да, время не совершенно нет, нахуй. Время кончилось, брат. И Катя опять сейвит. Надеюсь, не как в тот раз. Все, засейвил, спокойно, хорошо. Хотя бы засейвил, нормально. Это хороший ган. У него армор есть. Baby. У него есть армор, бро. Армор, бро. Армор, бро. Бро. Все хорошо. Вы сейчас почувствовали, все хорошо. Инсайдер, он и на картах играет. Ребята, для тех, кто не знает, Иван Инсайдер достаточно пожилой человек, ему уже за 70. Вот. И чтобы вы понимали, за последние 18 Слава. Лет это его третья карта в Counter-Strike. Он играл последний Слава раз в Counter-Strike 1-1. Да, Найлю. Слава, я тебя, Амора. А я тебя, блять. Блин. Мерси, блять. Не знаю никаких больше слов.
Ух, блядь. Ебать, нахуй, нахуярил Алексей. Пошел, хуярил Алексей, чуть-чуть в кумпу, ёпта. Ой, давайте посмотрим, это жесткий грязный раш. Отлично, фраг, минус один от Алексея. Отлично, фраг, минус один от Алексея. Алексей, чёрный, ты разговариваешь, оба. И Каза спокойно на шифте. Ой, какой хуёвый тайминг для Алексея Пчелкина, блядь, для Алексея Устрицы, блядь. Разочнился. Можно сделать фраг? Очень битая на меду. Битая. Как огурцы. Мне всегда было интересно, вот есть битые огурцы, а кто их отпиздил? Хорошая, брат, за это мы тебя и ценим, коллега, блядь. Ситуация патовая, блядь. Коллега, это вообще заебись. Слушай, я не могу... А, вот, нашел, я не мог найти седьмого игрока, точнее, четвертого, блядь, я долбоёб. Смотри, как интересно получилось, Ариньян будет встречать их, давайте посмотрим, получится ли у него хорошо запустить их каждому по одной раскидать, блядь. Ситуация заняла... патовая, коллега. Охуенно. Посмотри на это, посмотри. Поху, можно пропустить одного! Ёб твою мать! Ну, на двоих остался красными, двоих красными. Она на дэмэджа, у него этот. Блядь, братанчик, хуйня, а ситуация патовая, как говорится. Ситуация патовая, коллега, блядь. Что за хуйня, блядь, коллега? Ой, хаешка могла достаточно быть патовой, блядь, для... Все. Ваня инсайдер на ОХП ведет Якадзе по стенам. О, подкинул зумчик и в ширинку настрелял Ваня инсайдер, блядь, ситуация патовая, блядь. Эко. Прошу заметить, даже на карте Инферно счет практически равный. Это просто охуеть, ебать меня в жопу. Меня зовут человек две чаши, блядь, весов, нахуй. Одинаковых, блядь. Кому надо сбалансировать команды, пишите мне обязательно в директ, я все помогу. Блять, ёбнуться. Вообще, очень сильно балансишь. Я занимаюсь балансом, бля, примерно с 9 лет. Первый раз меня попросили забалансить командой примерно, бля, в третьем классе, нахуй. Мне сказали, Стрина, ты можешь забалансить команду? Я сказал, я не знаю, я никогда этого не делал, бля. Но меня попросили, братанчик, у вас никого нет, кроме тебя. Я сказал, хорошо, это сделаю. Да, я не знаю, сценарий для фильма. Ты лучше слишком много сюжета не рассказывай, потому что его спиздят. Лучше не спойлеры, хорошо, это был трейлер, ребят. Ждите фильм, бля, выйдет через год, нахуй. В сентябре, бля, вместе с Веномом вторым, бля. Во всех кинотеатрах, ебаный, блядь. Не во всех, только в одном, блядь. В моем, блядь, в домашнем. Лерон Суха, так я же говорил уже, блядь. Вы что думали, я пошутил, нахуй? Не, не про Катюху, про Катюху. Там Катюха по сне прям велась льду, понял, она правильно с говном спалилась. Я просто видел, как Лерон схопила в стену, блядь, просто прям по моделькам велась. Смотри, интересная позиция. Ван инсайдер увидел коленную чашечку Арины Берниковой, но, естественно, накидал просто воздух по голубям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А инсайдеру-то, блядь, очки снесли нахуй, блядь. На ощупь добирается, набегло, блядь. Ой, блядь, случайно. И тут ебать! И тут бам! Блядь, Антоновка залетела, ё. Лимонка, блядь. Инсайдер нахуй ноги оторвало, блядь. Ой, смотри. Пиздец. Лерон Барон залетает, слышишь, блядь, виноградник нахуй, просто берет стаканчик вина, блядь. Я стримлю, блядь? Не, все нормально. Наверное, F инсайдеру. Ты что, взорвали нахуй? Понял, блядь, я уже обосрался, блядь. Ну, поток нахуй на коленке прилег, как инсайдер, блядь. Поток патовый эти, блядь. Ребята, ситуация патовая, поток потик. Бачок потик, ебать. Поток потик, ебать. Ярик, блядь. Смотри, смотри. Дмитрий Лик. Ситуация. Величайшая дверь. Якадзе пик. Блядь. Проигрывает. Проигрывает, к сожалению, ребят. Якадзе пик в этот раз не сработал. Дмитрий Лик думает, что-то А. Раскидывает А. Ебать. Бля, слышишь, что говорит Диван? Ебать! Он говорит, ебать. Бля, старый еболдыш, бля, вообще лютый, нахуй. Так, ну сейчас... О, молик, кстати, хороший залетит, но если его грамотно кинуть, охуенно кинул, бля. Просто, блядь, боком, нахуй, залетает на руле, блядь, ебаный рот. Церковь. На автопилоте. Охуеть. Это пиздейшн, бро. Блять, я думал, что сейчас уже легендарный раунд, блять, просто закинет молик, Ариньян сходу сгорает, блять, вырубает нахуй в это, в чёрчу, блять, и все, и раунд есть, но тут что-то пошло нахуй не по плану. Так они постоянно через КТ, кстати, проходят. Когда мы карбатл снимать будем? Надо, я у меня уже есть идеи, пиздатый, парочку. Да нехуй делать вообще, можно. Давай к девочкам зайдем пока что. Давай, мувними. Ситуация патовая достаточно, ребят. Ебать, говори, мувни, блять, а до этого ты сам заходил. Не расстраивайся, Юль, не расстраивайся. Не расстраивайся, Юлечка, блядь. Бывают ситуации похуже. К примеру, хотя бывает лор гузлик, блядь. Смотри, интересный поджим от пашкарик, иди. Оп, оп. Какой незаметный, блядь. Как он испарился, блядь. Его как будто и не было здесь. Охуенно, хаешка. Блядь! Молик. Смотри, какой. Нормально, очень нормально мало находцов, хп оставляет. Убивай, убивай. Найс.
Ой, блин, нас сказал один. Слушай, ну пока девчонки выигрывают, интересно посмотреть, что будет за контртеррористом, бля, так сказать. Бля, СПТ, вот периодически я заметил, он зачастую по своим стреляет, это вот, ну, реально, чтобы, блядь, они не расслаблялись. А это правильный подход, на самом деле. Иногда, знаешь, как перед жимом иногда по спине сильно хлопают, блядь. Смотри. Да-да-да. Ой-ой-ой, Павел Рикиди, ребята, забирает девочку свой пятый фраг, пятюни в чат, пожалуйста, если можно оформить, блядь. Там реклама прилетела, нахуй. Ситуация патовая, блядь. Рекламка прилетела, блядь. И он ее реально принял, блядь. Точнее, она фруктозочка, блядь. Алло. Всем привет! Привет! Ебать, чё зашёл? Ну, я на всякий случай уточню, Зарк, мы стримим. Зарк, да, мы стримим и играем. Это типа, мне замутится? Типа запретку ёбни, да. Не надо, я запретку ебашь, бля, успокойся нахуй. Здорово, братан, тут сейчас происходит профессиональное комментирование, бля, будем рад тебя видеть, бля, примерно через 10 минут. Нет, через 15. Минут через 2. Примерно никогда. Ну, да, если реально, если речь зашла о том, что буду в рад тебя видеть, то примерно никогда. А просто если, ну, если можно зайти, когда, через 15 минут. Я вообще-то скоро в Москву прилечу. А вот это хорошо, ты на днюху? Интересно. Да. Прокси? 28-го? Да, 28-го. А, окей. 28-го к Роксе. Рокси 4 отвечает. Нет, надеюсь, я думал, ты то, что... Надеюсь, пиздеть так не будешь в Москве, но ты в тот раз не пиздишь. Бартанчик, я надеюсь, что ты будешь пиздеть в Москве, не как в тот раз молчать, блядь, просто 2 недели нахуй. Я даже не увидел. Ой, Алексей, пчелки. Уедь, Барни, уже недалеко от них работаем, блядь. Я же на импрови жестком. Не отвлекай девчонок. Пока выйди, Зарк, пожалуйста. Тут очень плотная игра, тут киберспорт настоящий. Бля, Катюха, хорошая КД реально, 6-7, блядь, это реально нормально, без рофлов. Сейчас, возможно, будет, слушай, если они сейчас все прочекают, что, в чем я сильно сомневаюсь, блядь, то, возможно, будет, ну, да, хуй там плавал. Блядь, что-то хуйня какая-то. А тут один. Пиздец. Может, не может? Ваши ставки, дамы и господа. Алексей затащит. Нормально, она может его, блядь, если... Ну, у нее есть смок. Ой, смачок есть. Блядь, конечно. Блядь, че, не работал, пока он раскроется. А, поставите. Алексей, походу, смог будет больше. Будешь залетать, походу, смог, да? Смотри. Ой, блядь, блядь, он прошел. Было. Огонь не видно, через огонь не видно. Надо было. Блядь. Ну, стрельно же осталось. Блядь. Найс трай, ладно, это найс трай. Молодцы, девчонки, блядь. Я в любом случае, блядь, за бомжих топлю. Ну, за стариков. Я с Чукиным больше не общаюсь. Мы с нашим 7-8, охуеть. 7-8, очень плотно, очень плотно. Старики ебашки, блядь, пишут. Бля, просто задумайтесь, блядь, по сути, там пизда старые челы, блядь, играют за атаку, у них сейчас реально мало энергии уже, блядь, поддержите старых, пожалуйста, накидайте им щитов, блядь, потому что в их возрасте, блядь, БУ-3 играть, это пиздец, блядь. Равносили летальному исходу. Девочки, пока никто не слышит, я могу вам инфу сливать, слышите? Давай. Найс. У меня. Вообще это мы слышим, блядь, и все на стриме слышат. Ой, ебать. Нихуя. 2 подзатыльника получили, блядь, Тор Гузлик от Челкин. Хороший типа лаха, блядь, выписал Лерон Барон. Будет ли это есть от Лерон? Ой, блядь. Блядь, боже. Сдавили! Ой-ой-ой! А это, походу, эйс! Лерон Ворон очень на большой уверенности запушил и тоже получил ебало. Это мог быть охуенный эйс, блядь! Всё, а инсайдер? Инсайдер дает понюхать, походу! Ариян Зикан застался, инсайдер дал понюхать бэбри, блядь, реально? Это можно выиграть. Это, прикиньте, эйс ответа от инсайдера, слабо? Ладно, это дифузио. Ты нахуя у тебя спрашиваешь? Дифузио. Дифузио. Ой-ой-ой! Блядь, что? Нет! Что? Эйс? Нет, что? Чё, блядь? Не, ну я не могу так играть. А времени нет, и всё! Просто, блядь! Это очень сильная ответка, блядь. Это пизда, блядь. Ребята, это пиздец, дамы и господа. Это минус 4 от Лерона Барона. Но все это было впустую, блядь. Блядь, это прикинь, это прикинь, какой тильт ты делаешь. 4 фрага, ну, умираешь и наблюдаешь, как твоя команда умирает. Это просто пиздец. Это тильтосион, ребята. Это полнейший тильтосион, блядь. Это полная пиздейшн, блядь. Radio Station, блядь. 97.8, блядь. Подожди, там инсайдер вообще жив, нахуй? Мне кажется, после этого раунда у него давление точно поднялось. Инсайд полностью выложился, понимаешь? Он как пустой тюбик от зубной пасты, блядь. Ой, мне начинают соседи стучать в пол. Они могут спикануть. Да. В курсе, что у нас вообще никого? Ты же ничего даже не кричишь. А, и да, кричи, можешь уметь. Заплатили. Так что, бля, покажи им документ. Еще до 20 минут еще могу. Бля, покажи, я по своей квартире жил. Блять, это вообще. Я когда записываю ролики, славы бэбру, там вообще пизда, бро. О, ебать, тут засад. Посмотри нахуй. Бля, ну почему не могу делать камеру? Пиздец там.
Там там засада пиздец. Очень много ловушек. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. А пошел вообще не двигается. Ой-ой-ой-ой. Сейчас, погоди, смотрите, макушка залетела. Тут Якадзе, да, осталась в песках и засосала зыбучие пески ебучие, блядь. Не может вылезти, блядь. Это пизда просто. А пиздец просто 9-8. Охуеть. Якадзе, блядь, как при Персии, блядь. Просто реально ебаные пески, блядь, ебучие засосали, блядь. Ладно, все, я подбой. Ски времени. Я на... Все, смотри, девчонки собрались, они еще, у них сейчас происходит расколочка. А. Слушай, интересно послушать, сколько энергии осталось у Алексея Пчелкина, что он начал занимать? Мы с тобой встанем под Б, а девочки под А. Нет? А девочки нахуй? Мы с тобой, а девочки, блядь, они кто нахуй? Не девочки, что ли, блядь? Я не понимаю, блядь, вообще что это происходит. Я не знаю, блядь, старичок. У них что, хуй? Ситуация патовая, блядь. Ты какой-то Виктория Секрет, блядь. Но въебало! Слушай, ой-ой-ой, блядь, я не смотрел! Ой, блядь! Это охуеть. Просто в ноль, вор Гузлик, бомжара остается, блядь, пожилая, последняя. С ВП, ну он будет сейвить, наверное, нихуя на их потушила. Блядь, я все проебал, у меня хуёвый обсервер, блядь. Я его не вижу, он, скорее всего, в яме с авиком сидит просто. Ну, Гузлик, блядь. Это Гузлик ебаный, совершенно верно, блядь, девчонки не ошиблись, блядь. Вор Гузлик, ребята, маленький пенис, блядь, обвисшая, горбатая спина, блядь. Ты найдем Гузлик. Если авик не выбивали, то... Мы тебя найдем, Гузлик, блядь. Они выехали, ребята, уже с ложным Гузликом. Сейчас ведутся поиски конкретно по всей карте, блядь. И тут непонятно, что будет происходить, нахуй. Тут непонятно, как эта ситуация обернется, каким образом, блядь. Я не буду лезть. Война за голову Гузлика началась. Я бы сказал, за головку, блядь. Ну и то она нихуя не стоит уже, блядь. Ну и где это... Ну реально нормально такая дала три фрага. Арина пиздец, судя по всему, ебала. Я говорю, жалко, что я пропустил этот момент, блядь. И 5, и счет 9-9. Ну вот как это, там? Это самое обидное, знаешь, и в профессиональных матчах, ну естественно, в моих матчах, когда пропускают пиздатый хайлайт. Ооо, ебать, он прям выжил, прям высочил. Когда пропустили тот самый фраг на урпасе. Ну что ж, ну хуя он оружие свапает, блядь, ну ебаный чизкейк, блядь. Это пиздец, блядь. Давай послушаем пацанов, ходит ли что-то Алексей Пчелкин. По деньгам ситуация, мягко говоря, не очень. Хуй-то. Нервные клетки, так сказать, воспалены у Байовал, блядь. Там сейчас Арина, у нее залетела шара. Я Да нет, Алексей, это скилл был. Алексей, слушай, Алексей, блядь, в ударе находится, ребята. Будет АВП, аккуратнее не попади. Алексей, не зря роут то 8 левел стрелит. А почему на 8, а не 7 там или 9? Ролик плохой, видишь? Алексей, нравится, что 8, может быть. Возможно, потому что это бесконечность, по сути. Смотри, Ариньян опять то же самое делает. Ой! Ой! Опять! Ой, блядь, что творится? Там один раз попасть в нее надо. Она очень. Ну, не сказать прям. С КТ приходит такой. Ебать, нихуя, блядь. Симпл пишет тело играть. Не, ну это не симпл явно, блядь, судя по движению, но Арина, блядь, сейчас. Прям. Бля, ну тут Ариночку трахнули, но в целом. Нормально. Ну широком разъебал. Да-да-да. Знаешь, так сказать, залетело этим. На джампаде, блядь. Под импульс, ёпта. Саш, на тебя надежда, не открывайся так, под углом встань. Бля, смотри, как Алексей грамотно подходит к этой игре, как он расколивает все просто. Аккуратнее, она тебя будет. Бомба поставлена. Это можно... А как? Это все. Блядь, ну тут Иван инсайдер, к сожалению. Инсайдер слишком рано выжил. Раунд за раундом берут ребята, 10-9 счет, это полный пиздейшн, блядь. Следующим у нас будут деньги, хоть у нас... У них есть деньги, у них есть деньги, СПТ 7000. А пару диглов. Сейчас что? Пару диглов скинь. Пару диглов, говорит, Алексей, я прям полностью расколивает. Ты получил зарплату с кодавтора, видимо, прилетела сегодня. Да-да-да, и денег дохуя. Я дигл скинул, вон валяется. Кода конвертнул. На самом деле, если один смоук, Арина нас не сможет перестрелять. А, не опять на Б летят, Бартан, смотри, он говорит. Да, говорят, молния не бьет в одно место, и на грабли даже не наступает, но пацаны, блядь. Опровергли эту хуйню, бля, коллега, ситуация патовая, блядь. Ситуация очень патовая. Ситуация подловая, блядь. Я смотри. Ой, блядь. Ой, блядь. Почти. Ёб твою, блядь. Накоцал Пчелкин. Слушай, ну 24-4, у них теперь есть оружие. Вот в чем весь прикол. Но вот Алексей хп нет. Блядь, смешно было, сейчас Алексей бы прыгнул и разбился бы, блядь, так же как Ликс. Сколько он хп снял? А, как раз 4, блядь, как раз 4. Фруктоска доедает Пчелкина. Доедает Пчелкина, как медовую ложку, блядь, детскую нахуй. Ой, блядь, лорд Гузлик, это хорошо. Ну, Гузлик сходу отвечает ей. Слушай, Гузлик-то в ударе, Гузлик реально заимпровался, блядь. Я реально могу подтвердить тот факт, что... Ой, Гузлик еще одного забирает, Ариньян.
И тут у нас будет Лером Барон встречать с АВП, слушай. Интересно, и как за инфу вообще передают? Потому что она уже который раз остается на одной и той же позиции. Слушай, инфу-то может быть и передают, но как она это не знает, блядь. Потому что мы с ней только играли в напарниках, блядь. А там этой точки нет, блядь. Она возможно думает, что банан закрыт. А она туда не бегает, понял? Поэтому она даже не ебёт. Она каждый раз в ахуе, что банан открывает. Банан топа. Иду посру. Да, давай. Бля, и список. Бля, Молик залетел просто вообще воодушевляющий. Это реально хорошо было. Инсайдер сказал, что больше не будет поддаваться, но инсайдер, мне кажется, уже свою работу выполнил. Пистолетный раунд от инсайдера это был полный пиздец. Да нет, даже не инферно, брат. Аккуратненько под Б базу. Там Арина, ты ее перестреливаешь. Смотри, Б хотят, Б не хотят сделать. Но Арина нет ауга. Смогут? Они не бегут зайти. Не открываться сейчас, не открываться. Я надеюсь, они сейчас займут какие-то ближние позиции, потому что у них фармилки. Они вообще банан занимают, смотри. Ой-ой-ой, я же сам ослеп. Два молика дали, я дал хаеди. Аккуратно, дам сейчас флешку, Дим. Дал флешку. Рабочая флешка. Пошло. Слушай, Арина может сейчас немало настрелять, но у него Арина нахуй. Не-не-не, тут Алексей слишком уверен. Залетел свои фруртоска, но фруртоска с этой кушки может, бля, она реально может унести макушки нахуй. Я КТ-смок даю. Славка, да пранк, все, пранка уже не будет, парни. Какой же пранк, блядь? Пизда, плохо. Не-не, уже все, уже слишком. Уже попранковали. Ой, хорошо. Блядь, зачем? Зачем свапнулось-то? У меня же было патрон 10-15 точно еще. Сейчас поставлю. Я грабы стал. Ой, еще я тут боял на спину залетает. Вот это очень неожиданно было вообще, пиздец. Блядь! Как так можно отвернуться? У Катюхи шаги слишком такие, как у Рикимару, блядь. Вообще слишком неожиданные, блядь. Все, ждите, просто ждите тайминг. Ну там плавно, конечно, жестко. Ой, блядь. Ой, тут СПТ нашли. Гадзу уносит СПТ, блядь. Все, тут инфа есть, можно убить Алексея. Тут нужно Кате выйти и играть. Кате, играй. Меня просто оглушило после этого килла, блядь. Катя, бежи. Все, видит, пчелка, есть информация. Ну все. Сваться один в один. Бля, чуть-чуть пораньше бы она законтролила бы сторону. Якадзе пик, ребята, это Якадзе. Это Якадзе бэбру, бэ. Я ВП опять могу взять. Найс трай, нормально. Или калаш. Это Якадзе бэбру, бэ. Так, да, Авик, бери. Аккуратненько играем. Мы завтра будем утром снимать этот... Брэйл Старс, брэс, Якадзе, брэ, бэбру. Сейчас аккуратно от Авика отыграем. Сейчас Дима попытается... Катя, бэбру, блин. Просто займите позиции, но не пушьте. Можно фирменные бабы же. Блядь, для тебя все что угодно нахуй можно растопыгать, ёба на руки, блядь. Хуя, дядя, ты когда последний раз еще бабочки делал? В прошлом году, наверное. Я на фотках каждый день ебашу, блядь. Мне подходят пацаны, говорят, бабочку. Я говорю, блядь, без проблем, нахуй. Можно идти на Б, по идее. Сейчас пойдем. Слушай, минус фруртоска, ну и минус Паша Рикиди. Или письмо атака будет, нихуя какие прострелы. Вот Лорд Гуздек работает, сразу видно на мувике. Алексей чуть-чуть прокоцался, но боёво тоже чуть-чуть. Ты... Бля, ну конечно ситуация по оружию просто пиздец. Ну я даже сказал не чуть-чуть, а нормально так ебал. Смотри, бля, как же Лерон кэрит, блядь. Ой, бля, все, отъебить меня сраку, блядь! Это пизда, блядь. И снова счет 11. Ой, бля. 11 был... Теперь 11-1 счет, это пиздец. То есть... Слишком плавающая игра какая-то, прям тут ту сторону. Может, нам на А стоит хоть раз сходить? Кстати, один мой друг из 192-го региона хочет, блядь, тоже сделать турнир. Я сейчас ему предложу свои услуги. Братик, а хочешь я тебе, блядь, помогу с балансом, нахуй, команд, ёпта. Может, девайс где-то выбьешь. Потому что я профессионально эту хуйню занимаюсь, блядь. Я что тогда Big Duck Cup делал, блядь, там вообще пиздец, блядь, был. Можешь попробовать у них выбить девайс какой-нибудь. У них денег нет. А где бомба? Бомба слева на банане. Слева. Там слева попадим, оставим. Слева Авик у тебя бомбу контролит. Лерон чуть промахивается, но... Ой, блядь, да в пизду, попадает. Блядь. Вообще, ты видел, что он вытворяет, блядь? Минус 4. Сколько Лерон уже настрелял? Она уже сделала 28 килов, блядь. Она повторяет практически... Ну, возможно, повторит успех Алексея Пчелкина на первой карте. Ебать мою задницу, блядь, ебучу. Ты посмотри, насколько практически идеально вот, ну, вот есть сопоставление вот друг к другу. То есть, посмотри, 7 фрагов, 12 фрагов, 14-16, 20-20, 28-22. Ну я не могу, блядь, за баланс счетом просто пиздец охуенно. Дядь, это гениальный баланс. Нихуя у меня сейчас точило проехало, выхлоп нихуйный, блядь. Бежим, так моя унюха, слышь, походу угнали, ебать. Ну не у меня уже, я имею в виду, угнали, блядь. Смотри, блядь, как... Блядь, какая курица, нахуй! Блядь! Попадает, кстати, вроде пчелки, слышь? Аккуратнее, спереди будут. Да с чем она нахуй на курицу отвлеклась, блядь? Не знаю. Коцит. Арьян. Да, на многих попало. Воу!
Что не, делают Алексей Пчелкин? Это 12-й раунд для команды стариков, это полный пиздейшн. Слушай, но у Юли есть гранаты. То есть тут есть молик, тут просто интересно, как да она нет, кинет. Да нет, курица не Лерон, ребята. Я именно смотрел с ВП, блядь, этот зелень, и зачем-то на курицу повернулась, блядь, ебаную. И курица от нее тиммейт. Банан топает. Ой, смотри, 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 смотри. Блять, а могли зарезать, ну хотя Катюху, блядь. Можно какие-то дефолт гранат кидать, так чисто. Дезморалил это, я бы думаю. Можно, хаяшку можно, кстати, откинуть, слышишь? Причем за тройку, потому что у нас хп Пчелкин. Но она, наверное, будет кидать уже не за тройку. Ой, блядь, как ее за... Ей Тори не напомнили, блядь, то, что у нее есть гранаты. Блядь, да-да-да. Обидно так с гранатами умирать, блядь, все-таки гранаты — это экономика, блядь. Ну, курицы пиздатые тебе в КС. Ну да, можно им такие отвлечься, блядь. Зайди к девочкам, давай, погнали, погнали девочку послушаем. Погнали, давай. Я перекину. Хорошо? То есть не варку, не, вот вы пишете, типа, за Лерон муж через раунд играет. Лерон, ребята, охуенно играет. Лерон, по-моему, 7 или 8 уровень фейси-то, блядь. То есть Лерон реально на скиле, блядь, тотально, нахуй. Мне послышалось, блядь. Что говоришь? Мне послышалось, блядь. В общем, ну, забей. А что послышалось? Ой-ой-ой! Еще два. Фруктоска, блядь, позицию заняла, всем похуй. Они могут арку идти, слышите? Да-да-да. Они набоидут, они набоидут. Нет, нет. Ой, я замуталась, сори. Нет. Я рано шел в КС поиграть чуть-чуть. Я ковры займу. Я не понимаю. Мне кажется, команда террористы до конца не понимает, куда они идут, блядь. Библу четко заняли, но это чисто старики решили к ним. Не послышал, ты сказал, куда они умрут, блядь. Они стоят где-то на КТ. Ты посмотри, они, блядь, просто в библии, они в библиотеке, блядь, книжки читают. Ну, я говорю, они чисто зашли. У никого этот час просвещения, бля, понял? Они что, раскидали, нахуй, где-то стоят, суки, крысы. От, скорее всего, кола от Алексея Пчелкина выждать. Минуту, бля, понял? Просто как помнишь, ты за пистолетки на мираже, блядь? Да. Минуту стоим, ебать, и идем. На КТ. Бля, я ему нахуй. Респект девчонкам, блядь, судя по всему, это их раунд. Хотя, блядь, хуй его знает, посмотри, какое оружие у Катюхи, сколько оружия. Они сейчас на 30-м. У Катюхи очень рабочее оружие. Смотри, смотри, смотри. Ну тут все будет зависеть, ну, как бы Йол сыграет. Не-не, смотри. Нельзя умирать, нельзя умирать, Кать, нельзя умирать. Спасибо, да. Меня убили. Блин, Арина делает винс один. Это хорошо. И они пошли все-таки на А. Ой, инсайдер. Слушай, на перетяге все-таки поймали уже. Оу, Лерон Барон, хороший выстрел, блядь, Алексей Пчелкин может тащить, ебать, эту хуету. Я не понимаю, что они делают, блядь. Алексей Пчелкин спрятал свое жало. Никто не понял, что они делают. Не туда, ну, не туда залетел Молли. Давайте посмотрим за Алексеем Пчелкиным. Видите, на Ариньян накидывает, не попадает. К сожалению, стрельба не залетает. Ебать, стрельба подводит, бля, дуло, кривое у калаша, ебаный сырный, бля. Янская там инфа. А, слышал инфу? Ну, должна была быть инфа, что пески. Ой-ой-ой, блядь. Какой же, блядь, виртуоз, нахуй. Это очень... Ебать, вот что нахуй, блядь, будильник, блядь, подъем, ебаный, нахуй. У кого-то, блядь, доброе утро, ебать. Походу, Юлечка Майова проснулась, блядь, она любит в это время просыпаться, нахуй. Ебать, Алексей Пчелкин, блядь, просто облил медом, блядь, типа подбородки, нахуй, этих красавиц. Уже это был очень важный раунд, потому что сейчас по экономике не совсем все хорошо у команды террористов, так еще, блядь, если они этот раунд проебут, это точно уже 15, это уже все, а там уже и 16. Поэтому сейчас решающий раунд. Если КТ проигрывает, то КТ, скорее всего, проиграет игру. Погнали, блядь. Я очень жестко. Ситуация патовая, как говорится. Ситуация совершенно верно, коллега. Она патовая. Пиздец, какая патовая, блядь, коллега. Это полная жопа, нахуй, ебучая, блядь. Тихо. Старые ебашим. А вы за кого, пацаны, болеете? Вы большинство. Я просто не видел процента голосования ставок. За кого? Там вообще прям 50 на 50. 50 на 50, да? Авик. Но, по-моему, я постарался прям самых старых таких, знаешь, прям уже забродивших, блядь, грибов, нахуй, собрать, блядь. Тихо, блядь. Прям блесень. Как же трясется прицел инсайдера, когда он передвигается. Смотри. Ой, какая позиция незачекана. Ну, пчелки разменивают Юлю Боевал. Но все-таки Юля снимает 50 хп. Накоцала, блядь. Это практически наполовину отсосала, блядь. Ой, оторвала, блядь, жало. Тут сейчас может Арина сделать раунд, на самом деле. Слушай, в этот раз не повезло, в этот раз не повезло. Мы можем фруктоска сделать, можешь фруктоска сделать, реально. Смотри. Один. Второй! Третий! Блять, я говорю, что она делает, она ёбнутая с этим оружием, бля, она нахуй профессионал, ёбнутый. Я, блядь, куда она прыгает-то?
Я, к сожалению, не могу орать, но эмоции прям распирают. Опять, слышь, опять хриплый крик от фруктоски только что был. А Ешка, кстати, могла быть опасной, или Ром прям прочуяла ее и съебалась. Тут Алексей может спокойно это еще выиграть, потому что... Может, посмотри на ХП, блядь. Ну, и, ну, Катюх как бы у духа ХП, но толку-то от этого. О, это все, бля. Нет! Блядь! Бля, я почти поверил в это, блядь. А можно было выждать время? Бля, можно выждать время опять. Блядь, вот, что-то, вот знаете, опыта не хватает, Катя. Мне кажется, то, что нужно, не хватает, знаешь чего, девчонкам? То, что у них, вот, Лера и не Юля, они не берут игру в руки, и они не Лера, контролируют. Ну, да, вот это возможно, вот этого. Ну, тут характер, понимаешь, старчество. Типа Алексей всегда говорит, типа, что делать, потому что у него опыт игры все-таки имеется, и он как бы... Ну, Юля, более... блядь, с Лероном тоже имеется, на самом деле, просто да, они что-то ничего не говорят. Они как будто боятся, да, знаешь, не говорят. То есть, типа... Да. Это нормально, что кто-то кому-то колет, потому что ничего такого нет, бля. Ой, смотри. Я думала, я убью один пиздец. Бля, девчонки, слушай. Ебутах чизкейк. Арина убивает. Ой, не, Диман прям ваджайну, блядь, пулит. И все. И это, судя по всему, 15-й раунд для команды стариков, ебать. И возможно ли чудо? Что по экономической ситуации? $3400 выдадут в следующем раунде, бля, девчонкам. Пойдем. Я не знаю, я поверю, что что-то слишком сверхъестественное, если они это ведут до допов. Можно просто есть смысл, если честно. И Катя предлагает за это... Что? Засейвить. Ну, неплохой у него ган с подствольником, ебать. Смотри, как он держит, бля, его. Там такая ракета, бля, ебанутая, блядь. Ну, фруктоска тоже не промах. Бля, фруктоска пиздец, не промах. Еще какой нахуй не промах? Ты сколько она раздаёт с этого гана? Ой, бля, чуть-чуть не хватает, чтобы убить пчелки, но там в любом случае бы разменял СПТ. Нет, все так ты сделала, Катя, все нормально, блядь. Обидно. Просто, наверное, не так ты сделала, как оружие на респе закупала, блядь. Самое время пранк. Не-не-не, не надо. Да не-не, пусть доиграет уже. Пусть как есть доиграет уже. Все уже, мы обещали, что не будем. Все, мы уже обещали без пранка, пусть честно будет. Ситуация вообще пиздец. Там было, по-моему, 15 тысяч на всю команду. Это охуеть, как мало. 15 тысяч на всю команду было? Как я понял, да. Ну, по ганам все очень хуево. Смотри, Катюха взяла муху. Не, ну можешь сейчас 5 голов дать, если я вниз спущусь? Ну, хуево знаю, бля. Все, Катюха заняла закрытую позицию. Хотя, в принципе, ну, нормальную позицию для мухи нормально сойдет. Ну, этот раунд можно выиграть. И смотри, проход в ковры. Ну, то у Юли на самом деле нормальная позиция, бля. Старики уже такие, знаешь, у них уже бдительности вообще нихуя нет. Нет, выпрыгивает в процессе. На балконе. О! Лерон балансирует свой нож. Хорош! Еще одного накоцать. Ой, блядь! Вот это очень сложная позиция. Ой, увидел боёв? Увидел? Бля, да, увидел, судя по всему. Или не увидел? Он, по-моему, мог. Все. Все, в пизду. Смогут ли, бля, фруктоска с Ариньян сделать чудо, ребята? Не смогут. Быстрый ответ на мой же вопрос, блядь. Ну, сейчас самое время садиться сами за компьютер, блядь. Правда, не в разных странах. Ну да. Всего ты, блядь. Ну сейчас быстренько, можно паузу подержать, он билет. Тим-вивер чисто подрубить так. Тим-вивер, блядь. Это угарная хуйня. Я помню, раньше так челов на читы проверял и говорил. Слышь, братанчик, нахуй, ты уверен, что ты без читов ебать? Кого-то с собой в могилу просто. Смотри. Охуеть. Напоследок. Так, рекламное предложение, желайте? Охуеть. О, блядь, найс трай. Все. Найс трай. На этом заканчивается дерби. Я перемещаю всех. Спасибо вам за игру. Ребят, спасибо вам огромное за игру. Это было реально зрелищно, это было реально потно. Вообще пиздец, реально все молодцы. Не, нихуя, вот тут не надо вот это, да. Не, да, мы не пиздим. Это реально, блядь, каждый удивил, блядь. Вообще, скажи, я... Скажи, пожалуйста, что такое больше всего эйсов? Эйс? Тогда... А, ты эйс, ёбнул, блядь, ты пятерых ёбнул. Ты один сделал эйс. Ты это вообще пиздец. Это причем, знаешь, Лерон делает -4, блядь, и уже, казалось бы, раунд, ну, типа, с девчонками. И это пиздец как обидно, я представляю. И потом просто Ванёк, блядь, достает свою волыну короткую, нахуй, и начинает по коленкам сувать, нахуй. Это пизда, бля, хорош. Бля, да, вообще все пизда. Молодцы. Бля, спасибо огромное вам, ребята. Это было пиздец, как необычно. Да. Я таких бомжей еще никогда не видел.